Всем привет, друзья! Меня зовут Лавиня, и сегодня мы играем в игру Play Together. И, как мы знаем, тут у нас обновочка. И тут очень прикольные вещички можно купить, а последний подарок будет машинка. Так вот, я поднакопила целых 2695, и я сейчас куплю предметики. Погнали, заставайся чашечку. Ох, какая прикольная, hot chocolate. Дальше мы купим вот такую подушечку за 270, какая прикольненькая. Вот такие вот подарочки. Ух, круто будет их поставить под елку за 360. Дальше вот такие вот красивые штучки-дрючки, которые можно повесить на стенку. Вот такие вот прикольные новогодние. Дальше вот такой вот коверчик. Ух, какой он красивенный, какой он у нас, смотрим. О, мои любимые цвета, прикольно. Дальше за 360 вот такой вот веночек. Попробую поставить его на дверь, чтобы было красивенько. Luxury. Дальше. За 360 вот такая вот штука. Сейчас посмотрю, что это у нас именно сблизи. Тут, короче, вешать полотенце, но вообще очень красиво, мне нравится. Дальше. Туалет, ребята. А, ну, нужно только 5 монет. Ну, а мы нехило с вами постарались. Посмотрите, сколько у нас уже штук. Ну, а сейчас мы поставим это все в дом. Погнали, вжить! Вот мы и в доме, и хочу вам показать одну интересную фишечку. Вот когда вы заходите в дом, тут появилась такая вот кнопочка «Домик» и вот. Значит, мы можем, короче, выбирать цвет для дома. Вот зелененький можно, фиолетовый, если вы хотите, ну, любую световую вечеринку, вот желтенький. Но обычно это белый, а если ничего не ставить, вот такой вот. Просто без света. Дальше вот такие вот штуки, правда, я не понимаю, что они делают. Я ничего не вижу, что они тут творят, но ладно. Дальше, тут можно, короче, убирать людей из домика. Вот, допустим, в домике Артурчик, и я могу его кикнуть. Но, ребята, не буду, вы мои друзьяшки. Дальше тут можно закрыть домик и всякие инструкции дома. О, инструкции. Ну, ладно, дальше. Сейчас я поставлю мебель, придется, чтобы Артурчик вышел. Ну, надо поставить всякие разные штучки-дрючки. Что я сейчас купила, что тут прям такое интересное? Хм, где же эта мебель? О, она в самом конце. Я хочу поставить веночек, интересно, он поставится? Нет, не ставится, но тогда давайте поставим сюда у входа. Дальше, я хочу поставить на эту... О, а нет, это типа такой вот вход, ребята, такая вот штучка. Будет красиво поставить вот сюда, типа заходите такой красиво. Дальше, я хочу поставить подарочки новогодние, вот сюдашники. Ух, как много подарочков. Ну, как-то так, мы еще будем покупать мебель, но мне уже очень нравится. А сейчас погнали в мини-игру, вжить. Ну что, вот наша мини-игра, погнали. Раунд первый, погнали, здесь у нас вот такие вот штуковины. Давайте постараемся, чтобы не упасть, отлично. О, нет, ну погнали. Короче, это мой нелюбимый уровень, потому что тут легко упасть, ну вообще... Не так уж и легко тут упасть. Можно легко тут выжить вот так вот. Вот. Просто идешь туда-сюда, потому что все штуки, они напротив идут. Если та в ту сторону, то другая в другую сторону. В общем, очень круто. И просто идем вперед, а потом также идем вот-вот-вот. Отлично, теперь сюда. Теперь видим, что мы очень сильно в той стороне. Идем в другую штучку и вот так вот делаем, пока мини-игра не закончится. Вообще очень прикольно. Дальше идем сюда, вот на зеленые штучки-дрючки. Теперь сюда, сюда идем, вот сюда, фух. Ага. Дальше, погнали, вот розовенький, то есть. Дальше голубенькие, оранжевенькие или красные. Дальше желтенькие и зелененькие. Ребята, не падаем, живем-живем. Вот, стараемся. Отлично, ей у нас получилось, финиш. Ну а сейчас следующая мини-игра, погнали. Раунд второй, а сейчас мы будем бегать. Погнали, в игру только 7 человек. Надо постараться. Play, we. Погнали, идем сюдашеньки, отлично. Погнали, погнали, прыгаем, прыгаем, бежим, we. Сюда, опа, штучка будет нас ускорять дальше. Прыгаем вот сюда, сюды. Вот сюдашеньки, отлично, бежим, бежим, бежим. Сейчас добежим, ой, теперь сюда прыгаем, прыг.
прыжок, пирожок. Ага, теперь у нас вот такие вот штучки, надо их легко просто так прибежать. Смотрим, опа, ускорялочка. Идем сюда, ой, и ладно. Меня, короче, умедлили, так сказать. Ну, мы постараемся... А, то есть замедлили, ну, мы сейчас постараемся выиграть. Короче, идем, третье, четвертое. Я, ребятушки, пятое, ура! В общем, мы победили, следующий уровень. Раунд третий, надо бегать. Плей, отлично, побежали, погнали, прыг, отлично, дальше, идем, идем. Выиграют только 4 человека, интересно, кто же выиграет? И чтобы ускориться, я буду прыгать, нет, не получилось, но ладно, дальше побежали, идем сюда. Прыг, прыг, прыгаем, там уже просто много игроков впереди меня, а как бы проиграть не хочется. Прыгаем сюда, дальше прыгаем, вот сюда прыгаем, отличненько. Мы почти добежали, но там еще игроки. Посмотрим, кто же все-таки выиграет. Очень интересно узнать. Кто-то там уже сейчас добежит. Ранг второй, ранг третий, четвертый. Фейл, ребята. Ну, проиграли, ребята. В общем, поиграли очень круто. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ну, ждите еще крутых видосиков от меня. Поки-поки!